Своего рода паломничество по святым местам можно будет совершить, не выезжая за пределы столицы Чувашии. Сегодня по благословению митрополита Чебоксарского Чувашского Варнава открылась православная выставка «От покаяния к воскресению России». Выставка объединяет более 80 участников из разных стран – России, Белоруссии, Греции, Израиля, Молдавии, Украины. Чебоксарцы и гости города смогут увидеть настоящее православное чудо – крест-мощевик с частицами ризы Господней и святых угодников Божьих, которые впервые привезли к нам в республику из храма Серафима Саровского в Петрозаводске. Кроме того, в состав экспозиции вошли и списки редких икон. В рамках выставки будут проводиться духовные беседы, круглые столы, концерты творческих коллективов, показы кино. Фильмов. Все желающие могут попасть на индивидуальную беседу с батюшкой. Выставка «От покаяния к воскресению России» будет работать до 20 октября. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика.